6 автомобилей в безвозмездное пользование на время пандемии получили сегодня волонтерские центры республики для работы. 4 городской штаб и 2 активисты проекта «Мы вместе». Так группа компаний «Альянс Авто» решила помочь в борьбе с распространением коронавируса в регионе. Автомобили предназначены для доставки продуктов и медицинских препаратов. Есть случаи, когда пациентам необходима помощь, особенно инвалидам, приехать в больницу, допустим, на врачебную комиссию и так далее. То есть здесь мы тоже оказываем содействие. Нам дадут автомобили, которые позволят нам, в принципе, беспрепятственно выезжать в Чебоксарские районы и близлежащие населенные пункты. Эти автомобили будут ежедневно проходить антисептическую обработку, техническое обслуживание на территории наших дилерских центров. Мы выделили эти автомобили до 30 апреля. Если ситуация не улучшится, то до конца нерабочих дней, скажем так, до конца окончания самоизоляции. Так. Мы верим, что только объединив усилия, мы можем справиться с бедой и снизить риск числа заболеваемости населения Чувашии.